Ну что ж, а теперь я обращусь к сугубо практическим вопросам. Скажу сразу, что озвучу немало спорных утверждений. Я четко осознаю, что каждый случай уникален и требует своего индивидуального подхода. Я говорю преимущественно об основании церквей. Итак, семь путей отрицательного влияния посторонней помощи на умножение христианских общин. Первое — подавляет местную инициативу, которая как раз-таки и порождается чувством личной ответственности за проект. Если думать, что кто-то оплатит твой счет, какой-то богатый дядя, который готов раскошелиться, чтобы ты мог наслаждаться жизнью, ни о какой самостоятельности можно и не мечтать. Второе — формирует убежденность в том, что служение зависит от финансов. Как же быстро оно формируется? Мы понимаем, что деньги открывают многие двери и определяют развитие проектов и планов. На самом же деле деньги — это всего лишь инструмент, один из многих, а жизнь и умножение церквей — это, по сути, процесс духовный. Ориентация на материальное обеспечение формируется довольно быстро. Достаточно нам посмотреть на щедро финансируемые служения, на всю их бурную деятельность и впечатляющие проекты, тут же возникает мысль: вот к чему надо стремиться. Ранее церковь росла и процветала, многого не имея. Кстати, наиболее активно развивающиеся сегодня общины Африки и Китая хорошо обеспеченными не назовешь. Скажу больше, они одни из беднейших в мире. Но, несмотря на это, растут, умножаются и процветают. Поэтому давайте не поддаваться заблуждению, что без внушительного бюджета церковь не основать. Дальше. Посторонняя помощь способствует формированию чувства собственной неполноценности. Порой вполне благонамеренные люди начинают нас жалеть. «Бедные, вы несчастные, у вас так много нужд, а у нас есть чем поделиться, берите, нам не жалко. Как же вам должно быть трудно, мы вас поддержим». Так начинается покровительство. И не всегда оно — искреннее проявление любви. Хотя побуждения могут быть самыми благими. Но такое отношение часто неконструктивно. Люди начинают проникаться к себе еще больше жалости, чувствовать себя еще более беспомощными с вашей подачи. «Нет у вас — есть у нас. Если бы у вас столько было, вам бы тоже жилось легче». Нет в этом утверждении ничего духовного. Четвертое. Отнимает силы, необходимые для критического и творческого мышления, а также поиска необходимых ресурсов. Усилия следует сосредоточить на выявлении и правильном использовании того, что Бог уже предоставил в наше распоряжение. Как извлечь из этого максимальную пользу, а не искать спонсоров на стороне. Пятое. Ориентирует на привлечение сторонней помощи. Жаль, что мне приходится это говорить, но такое имеет место. Не всегда, конечно, но довольно часто. Кто-то из христиан ощущает призыв от Бога на какое-то служение, но обращается к тому, кто побогаче. Понятно, что в условиях бедности попытка обеспечить себе хоть какую-то уверенность в финансовой поддержке вполне объяснима. Но, к сожалению, деньги постепенно становятся основным руководящим фактором. Так, в Китае, например, были случаи, когда люди говорили: «Вы же платите этому благовестнику. Почему я должен заниматься благовестием бесплатно?» Подобные вещи ведут к прискорбным ситуациям. Дальше. Привлечение к служению не тех людей. Один из авторов написал об этом так: «Проблема заключается не в способности щедро делиться, а в том, чтобы правильно определить нуждающихся». Вот вам пример. Приезжают миссионеры-американцы, знакомятся с кем-то, кто отлично изъясняется по-английски, и это уже здорово, таких на самом деле может оказаться совсем немного. Так вот, он хорошо владеет английским, да и как человек производит самое благоприятное впечатление. Принимается решение поддерживать его материально. Хотите, расскажу вам, что произошло в одном из азиатских библейских заведений. Вот так же приехала группа, познакомилась с одной милой студенткой, прекрасно владеющей английским языком, и решили: «А давайте полностью оплачивать ей обучение, она такая замечательная». И вдруг выяснилось, что она очень проблемная студентка, которой в какой-то момент реально грозило отчисление. Внешне это, конечно, не было заметно. Вот почему, принимая решение об оказании помощи, необходимо убедиться, что ты собираешься поддерживать того, кого надо. В противном случае можно получить совсем иной результат. И последний фактор —
формирование долгосрочной зависимости. О связанных с этим проблемах мы уже говорили, в частности о том, что такая зависимость препятствует церковному воспроизводству. Тем не менее, необходимо отметить, что посторонняя помощь может давать и положительные результаты. Итак, теперь о приятном. Внешняя поддержка может способствовать церковному воспроизводству, в частности, на этапе запуска, когда требуются первоначальные вложения для осуществления конкретных проектов. Это и есть первый толчок. Он ограничен по времени, но действенен на этапе запуска, особенно если церковь организуется с нуля. Это крайне сложная задача, и без посторонней поддержки запустить механизм невероятно трудно. Раньше Боинги, 747-е Боинги, толкали тягачами-генераторами, и только потом двигатели начинали работать. Это не то, что автомобиль вставил ключ в замок зажигания и поехал. Тягач давал необходимую энергию для запуска двигателей, то есть обеспечивал тот самый первый толчок, который порой нужен и нам. Иначе от земли нам не оторваться и с места не сдвинуться. И в этом случае посторонняя помощь, дополнительная поддержка, импульс извне играют огромную роль. Именно на начальном этапе. В случае основания церкви это могут быть начальные вложения в какой-то особый проект, которые, однако, не приведут к формированию долгосрочной зависимости. Еще есть так называемое частичное проектное финансирование, то есть финансовое содействие в форме целевых грантов. Например, жертвователи могут поинтересоваться: «Итак, вы хотели бы построить здание. Давайте поступим так. На каждый собранный вами доллар мы будем жертвовать еще доллар, или, скажем, пять». Основная цель здесь состоит в том, чтобы стимулировать личное участие местных христиан в проекте. А участие это должно быть. Понимаете, это не просто выделение субсидий, а содействие в реализации проекта. Представьте, кто-то приходит в церковь и говорит: «Ребята, есть идея, можно сделать вот это и это». Деньги на проект дадут. Члены общины отвечают: «Если честно, нам это как-то не очень. Но постойте, нам ничего не придется тратить. Давайте же, соглашайтесь». Ведь такое бывает. И это далеко не самый лучший путь. Совсем другое дело, когда речь идет еще и о личном участии местных христиан. Тогда они могут сказать: «Нам нужно вложить сюда третью часть всех средств». Вряд ли это того стоит. Видите ли, теперь им не все равно, если и тратится, то на что-то стоящее. Таким образом, необходимость обоюдных усилий заставляет местных христиан хорошенько обдумать проект и решить, готовы ли они внести в него личный вклад и чем-то пожертвовать. ТВ-семинаре – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Основывая церковь в Ингольштадте, мы собирались провести большое евангелизационное мероприятие. Расходы на него требовались сравнительно небольшие, но все же больше того, что мы могли себе позволить. Поэтому треть денег пожертвовали из Америки, третью часть выделила материнская община, тоже немецкая, а еще треть собрали мы сами. Мы понимали, насколько это важно, и были готовы проявить и энтузиазм, и посвященность, и жертвенность. В итоге все получилось. Итак, повторю, это прекрасный способ проявить личную ответственность за общее дело и внести в него ощутимый посильный вклад. Помимо названных, есть еще и мобилизационные фонды. Они предназначены для поддержки развития руководства церкви. Причем это не просто финансовое обеспечение пастора в течение последующих 20 лет, а выделение средств, скажем, на образование текущего лидерского состава, а также потенциальных лидеров. Формы образования могут быть любыми. Например, видеосеминарии Святой Троицы, для которой мы записываем настоящий курс. Дистанционный формат позволяет семинарии обучать людей из самых разных стран мира. Ни у одной из поместных церквей зависимости мы не формируем. Все, что мы делаем, оказывая материальное содействие общинам в обучении их членов и развитии их лидеров. Я называю это выделением подъемных средств, которые, хочется верить, окупятся сторицей. Следующая схема — это финансирование межцерковных проектов. Такой тип предполагает финансовое содействие не одной церкви для поддержания ее жизнеобеспечения, а автору тренингов по организации церквей, местному или приезжему. Он может ездить по региону и консультировать церкви по вопросам, связанным с основанием новых общин.
У этого человека, безусловно, будут транспортные и командировочные расходы, которые далеко не все церкви будут в состоянии покрывать. Порой они сами едва держатся на плаву. В этом случае финансовая поддержка межцерковных проектов стимулирует и способствует развитию самого движения, но не влияет на инициативу поместных церквей. И последнее — это благотворительные фонды, поддержка служения милосердия. Она особенно актуальна в ситуациях, когда в том или ином регионе начинается голод, и мы должны оказать необходимую помощь. Накормить людей, постараться облегчить их страдания, значит проявить к ним любовь Божью. То же самое касается ситуации безработицы. Наша задача — помочь людям освоить ту или иную профессию, то или иное ремесло, которое позволило бы им зарабатывать себе на жизнь. Так мы проявляем Божью заботу, но одновременно с этим опять-таки напрямую не влияем на жизнь отдельной поместной общины. Кстати, попутно замечу, что участие церкви в предпринимательской деятельности таит в себе серьезную опасность. Вместо того, чтобы сосредоточиться на духовной жизни, на духовном попечении о пастве, руководству придется уделять немало времени и сил начатым бизнес-проектам, которые могут не только не приносить дохода, но и оттягивать на себя часть церковных средств для того, чтобы просто не прогореть. С другой стороны, есть опасность, что эти проекты будут вести люди, не обладающие соответствующими способностями, да еще и, возможно, из других церквей. И что тогда? Ситуация может в разы усложниться. Поэтому я настоятельно рекомендую и административно, и юридически организовывать разного рода программы по развитию, созданию рабочих мест и прочее, вне контекста поместной церкви. В противном случае может возникнуть конфликт интересов. История знает немало случаев, когда самые благонамеренные планы по организации в церквях бизнес-проектов приводили к разделениям, ослаблению церкви, а то и еще более печальным последствиям. Далее, формирование возобновляемых фондов. Иначе говоря, у нас есть фонд, предназначенный, допустим, для финансирования служения по основанию церквей или строительства церковных зданий. То есть эти деньги должны расходоваться на новые проекты, но с условием последующего пополнения фонда в целях его дальнейшего использования. Таким образом, это еще один способ формирования финансовых ресурсов, но пополняемых, что позволяет избежать долгосрочной финансовой зависимости. И еще, остерегайтесь посторонней помощи как инструмента для манипуляций. Никогда не лишне напомнить, когда кто-то со стороны готов выделить на твой проект существенную сумму, купить для церкви, допустим, оборудование или что-то еще необходимое, это всегда искушение, потому что за таким предложением почти всегда стоят условия, которые могут идти вразрез с вашими убеждениями. Если поддаться и принять их, то можно оказаться в крайне неприятном положении. Любая община должна чувствовать, что она свободна идти за Богом, следовать своим убеждениям и не должна поступаться ими в обмен на те или иные блага или помощь. Помните об этом и будьте бдительны. Сейчас я предлагаю ненадолго прерваться, а после перемены мы обсудим два важнейших аспекта современного служения по основанию церквей. Это краткосрочные миссионерские поездки и партнерские отношения. И то, и другое сегодня очень развито и актуально во всем мире, где бы вы ни служили. Итак, краткосрочные миссионерские поездки и партнерские отношения с иностранными организациями и церквями. О том, как правильно использовать их потенциал, наша следующая лекция. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.